Только что приехал с велосипедной тренировки и хочу дать небольшой совет новичкам, велосипедистам. Вчера мое состояние было не очень хорошим, то есть хотелось спать, такое вялое состояние, ничего не хотелось. Это связано с тем, что в воскресенье у меня были гонки, плюс переезд. И именно из-за этого я чуть-чуть, так скажем, утомился. Понедельник, вторник, среда отдыхал, то есть 3 дня ничего не хотелось, ни кататься, ничего, просто отдыхать. И сегодня четверг я откатил, все отлично, то есть состояние отличное, форма отличная, средняя скорость 35 на 30 километров, то есть и настроение хорошее. То есть, когда не хочется, лучше не катайтесь. То есть, когда есть сомнения какие-то, вот такое, когда состояние у вас то ли уставшее, то ли вялое, есть сомнения выходить на улицу, либо не выходить, лучше просто погуляйте, либо отдохните, лучше поспите. То есть, себя не надо угнетать и загонять еще больше в какие-то рамки, в какое-то утомление. Знаю таких людей, которые давали себе мало отдыха, все грузили себя, грузили длинными дистанциями, марафонами, и потихоньку загонялись, так скажем, в перетрен, утомление, вот, и ничего им не хотелось, и из такой ситуации выйти очень тяжело, набрать форму по новой, иметь сюда, и все такое. Поэтому, если не хотите, лучше не идите кататься, лучше отдохните. Когда у вас организм отдохнет, вы сами поймете, что вы именно сейчас готовы катать и хотите катать. Это вот небольшой совет новичкам.